Привет, я Сергей, и сегодня мы поговорим о скорости. Настоящее требует от нас скоростей. Время, в котором мы живем, время быстрых перемен, время изменений. И сегодня большинство людей, живущих в этом мире, испытывают стресс. Они хотят жить лучше, они хотят найти что-то в своей жизни новое, они хотят улучшить те дела, которые у них есть, свой бизнес, увеличить, получить больше денег, получить больше славы, больше силы, больше любви. И из-за того, что все мелькает перед их глазами, очень быстро меняется, они испытывают давление. Давление создает изоляцию. Изоляция вызывает в человеке чувство одиночества. Стресс, страдания, опустошенность. И человек, желающий улучшить свою жизнь, часто задает себе вопрос, где взять энергию, чтобы иметь скорость? Ответы простые. Есть три вида энергии. Духовная энергия, которая возникает через духовные практики, в частности, через молитвы, чтение Святого Писания и уединение. Душевная энергия – это что-то, что связано с тем, что мы умеем управлять своими эмоциями и своей логикой. Физическая энергия – это что-то, что является основной базовой силой нашей жизни при проявлении себя каким-то образом во взаимоотношении с людьми, в достижении своих целей, в реализации каких-то своих проектов. И физическая энергия, в частности, для меня, это решенный вопрос. Я люблю бегать, я бегаю кроссы. И сегодня каждому, кто смотрит этот ролик, я хочу сказать, поверьте мне, если вы начнете бегать, вы не только получите свою физическую энергию, вы научитесь лучше управлять и контролировать своими эмоциями, и ваша логическая составляющая в жизни станет более сильной. И бегая, вы, конечно же, всегда можете ощутить перемену внутри себя, перемену, которая вас приведет в мир духовных переживаний, в мир соединенности с Творцом, в мир отделенности от суеты и мира, странная метаморфоза. Ты бежишь, и в это время возникает пауза. Пауза внутри тебя, которая делает тебя сильнее, яснее, лучше, способнее, вовлеченнее, приверженнее. И когда ты заканчиваешь бегать, у тебя появляется энергия и энтузиазм. Поэтому рекомендую бегать. Бегайте кроссы, друзья. Это изменит вашу жизнь. Я ваш друг Сергей.